Да, это смертельно. Но чего-то не хватает. Не хватает острых кусков, приваренных к плоским кускам. Нет, 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 не делай этого. Стой на месте. Запускайся, запускайся, запускайся. Ты куда делась? Вернись, вернись обратно. Нет, серьезно, ну вернись, вернись, пожалуйста. Ба, ты вернулась. Я и не рассчитывал. Я не могу заново установить ту ловушку. А ты можешь сама прыгнуть в эту яму? Пожалуйста, прыгни сама в эту яму. Ты можешь сама прыгнуть в эту яму? Туда, в смертельную яму. Наверное, ты думаешь, зачем тебе прыгнуть в эту яму? А я скажу тебе, угадай, кто там? Твои родители! Ты не подкинешь! Там в яме твои настоящие родители. Я должен был сказать тебе раньше, но не сказал. Так что прыгай и обними мамочки и папочки. О, я тебе скажу, что там еще есть. Твои родители и спасательный лифт. Так, там, забавно, надо было сказать раньше. Ну так или иначе, они все там. Так что сигай, прыгай. Там тебя ждут твои предки и спасательный лифт. Так, что там у нас еще? Да, там новенький комбинезон. Очень модный дизайнерский комбинезон из Франции. Прямо там. Как раз твой размерчик. А если будет слегка мешковат, то там и портной есть. Подгонят по фигуре. А это что? Ба! Какая прелестная сумочка! И трехпортальное устройство, и все это там! И твоя яхта! И мальчики! Куча парней, красавцы! Может, один даже станет твоим парнем? Сейчас еще рано говорить, но много симпатичных парней. И ба! И музыкальная группа Boys Band тоже там. Они уже 100 лет женщину не видели. Они совсем не привередливы. Им ничего, что у тебя повреждение мозга, и что ты носилась тут, вся вспотела, и... Ферма. Ферма с пони. А еще... Ну, прыгни, пожалуйста. О, класс! Я и не думал, что это сработает.